Федя вон какой цветы подарил своей девушке. Вышла из кустов, а на шее у нее букет. Федор, ты настоящий джентльмен. А это что с ними трется? А, она хочет цветок съесть, а относится к ней. Ля-ля-ля, это что происходит? Не поймёт, две бабы, один мужик. Снять, вот. А, все. Куда побежал? Стой, дай хвост сфотографирую. О, хвостики выросли. Ё-моё. У этого нос уже. Эти кто у нас? Фунчах. Сейчас на тебя клюнет. Все нормальные утки ходят вот там. А вот этот мелкий постоянно заходит в огород, находит где-то лазейки и в гордом одиночестве шара гуляет в огороде. Куда вошел? Сейчас поймаю. Вчера мой папа умудрился копнуть лопатой.